Активисты Одинцовского отделения «Единой России» в рамках реализации проекта «Крепкая семья» поприветствовали участников и зрителей рождественского спектакля «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф». Театрализованное представление по мотивам повести Клайва Льюиса прошло на площадке Дома молодежи в поселке Горки-2. Впервые на сцене вместе с учащимися Знаменской школы были дети с ограниченными возможностями здоровья. Также на площадке Дома молодежи была организована ярмарка народных умельцев, а для детей провели тематические мастер-классы.